На имя главы государства продолжают поступать поздравительные телеграммы. С переизбранием на пост президента Нурсултана Назарбаева поздравил президент Греции. Прокопиус Павлопулос уверен, что Казахстан и Греция продолжат расширять политические и экономические связи во благо народов обеих республик. В телеграмме он пожелал главе государства здоровья, а казахстанцам благополучия и процветания. В своем поздравлении глава представительства Европейского союза в Казахстане Аурелия Бушес отмечает, что представительство ЕС готово вносить вклад в углубление двусторонних отношений. Экономический успех, стабильность страны и согласие народа достигнуты Казахстаном под руководством президента Назарбаева, говорится в сообщении. Поздравили главу государства и президента Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Главы Евросовета и Еврокомиссии убеждены, что политическая и экономическая модернизация усилит отношения между ЕС и Казахстаном в ближайшие годы.